Предыдущие действия дал балл синему серию ударов в голову. Бросок! Ваня, хорошо! Отлично, отлично! Молодец! Бросок, Ваня! Предыдущие технические действия оцените. Балл красным ударом в голову. В данной встрече победу по баллам со счетом 3-5 одержал боец синим корпусом. Больше работай, Ваня! Отлично! Не лети! Бал синий. Внимание! Бал синий. Красногорск. Бал синий. Представители команды «Котельники». По девочкам вопрос. Жернева и Сабафалова. Подойдите к секретарю. Ваня! Вань, серия и бросок! Представитель команды «Красногорск» «Котельники». Подойдите к секретарю. Ваня, Ваня! Вань, раз, два и в ноги! Давай, давай! Работай! Миша, бить надо! И бросок, Вань! Бросай, Миша, сам! Молодец, держи! Бал синий. Бросок был! Бал синий, бросок, стали держали синий. Миша, давай! Вань! Вань, левой, правой, уклон! Пошел! Уклон правой! Работай! Давай! Отлично! Отлично! На ковер приглашается Ильин Константин Капустин Павел. Приготовится 6-7. Молодец! Готовится мальчика 31 килограмм. Фадеевым, Матвиев, Ступина. На ковер номер 2 приглашается Дергачев, Серов. Готовится Салимов, Трахин. Счет встречи 0. Левой, правой, уклон, правой. Вань, и после этого бросок. Сказал, курт, 0-10, победу за явное преимущество одержал боец Синегольского. Ваня, быстрее! Давай, 5 секунд осталось! Егоров Даниил, Науров Дмитрий. Первый. Готовится 22 килограмма, весовая категория. Ковер номер 1. Потапов Серафим, Горохов Виктор. Готовится Потапов Серафим, Горохов Виктор, 22 килограмм, 6-7. Представляем участников на ковре номер 2. Дергачев, боец Красногорск, боец Ильин, Капустин. Готовится